А как бы вы его охарактеризовали еще каким лекалом? Что бы вы там придумали бы под него? Ну что, дорогие спорта, вы готовы? Ваша любимая беда – грандиозное сообщение. Спасибо. Слева от меня, в синем углу. Весовая категория 93 плюс, рост 180 сантиметров. Чемпион России по универсальным боям. Талант, вы меня обескураживаете, вот такие высшие формы вы берете в сравнении. Для вас, как для мусульманина, это особенно должно быть вообще незатрагиваемым. Россия. Тренер Сергей Бойко. Встречаем. Андрейцев! Чемпион мира! Победитель Дамуэ Глобал 9-й. Профессиональный рекорд. 10 побед, 2 поражения. Мастер спорта по ММА. Команда Хантурак Тим Узбекистан. Боевой псевдоним Азиатский медведь. Я уверен, сейчас нас талант будет ждать, обращаясь к своему сокомментатору, будет ждать потрясающий поединок, и мне кажется, он закончится досрочно. Досрочно отведенного официального времени. Вот мне так кажется. Кстати, формула этого будет 3 раунда по 5 минут? Или 5 по 5? 5 и 5 по 5. Случайно это не... Случайно это не тот ежегодный пояс, в котором Руслан Кудермышев сказал, что я был, по сути, инициатором его однажды создания в прошлом году. Это не тот ли пояс? Да, в пятираундовом поединке, который одолел тогда Самата Эльбекова. Кстати, сейчас уходит, смещается в сторону, здорово. Сейчас Андрейцев великолепно включился. Да, посмотрите, я же вот предчувствовал, что этот бой может закончиться для обоих досрочно. Как для одного поражения, так для другого победой. Быстрые ноги, конечно, у Мурода Хантураева. Быстрейшие ноги для этого веса. Просто потрясающая скорость. И сейчас через зацеп хотел он свалить Константин Андреевич, но не получается. Габариты. Бросок взлетает и справа. Как добивает жестко Мурод Хантураев. Как он классно работает по позиции. Как он чувствительный. Колено, туловище очень жестко от Мурода. Великолепное попадание. И бросок от Андрейцева. Потрясающий бросок. И добивание. Но этот главный бросок не принесет результата, который хочет Константин Андрейцев. Великолепная работа Константина. Наверное, есть рассечение, по-моему, Константина, да. Есть рассечение на лбу, и, по-моему, оно по старой травме пошло, к сожалению, большому. А так вам, дорогие друзья, напомню, что Константин Андреевич является представителем клуба «Кристалл». 24-й год рождения, ему всего лишь 23 года. Его тренер Сергей Котько, мастер спорта по ММА, он 11 побед у него, 5 поражений. И 0 ничейных результатов. Да.
это прекрасное достижение, считаю. Посмотрите, что происходит сейчас. Константин Андреевич сейчас в доминирующей позиции. Сайт контроля и... Что-то с чем-то, это реально апсет. Это тот самый апсет года, сенсация года. Вау, вот это да, вот это да. Напомню вам, дорогие друзья, у Мурода Хантураева 10 побед, 2 поражения, 0 ничейных результатов. У MySport по ММА Хантураев Тим представляет Узбекистан. И Мурод Хантураев, прозвище азиатский медведь, проигрывает в первом раунде. Досрочно! Проигрывает в первом раунде отказом от продолжения поединка. И Мурод сейчас соглашается с тем, что произошло. Он проиграл сейчас Константину Андреевичу. Насколько был Константин еще вчера на пресс-конференции здесь уверен, что он сказал: не забывайте, что я могу закончить этот бой досрочно. Вот так. Вот вам и Константин. Потрясающая победа. Вы удивлены, я вижу. Удивлены. В первом раунде. За 3 минуты 47 секунд. Видно сразу бойца красного угла. Потрясающе. Победа присуждается. Настоящая сенсация. Андрюша! Да, и кстати, Мурод, истинный боец. Он аплодирует своему сопернику. Аплодируют и с уважением. Благодарим его за этот бой. Да, Руслан Кадырмышев, как раз президент мировой лиги WEA, выходит на вручение пояса чемпиону. Чемпиону, так называемому. Ежегодному чемпиону, который на опции очень-очень эксклюзивный, правильно, Роман? Ты за Иранесси, естественно. Вы подпишите контракт с Константином Андреевичем более долгосрочным, потому что это парень очень серьезный. Потрясает. Послушаем победителя. Ай, красавец он, Алга. И лучший берем. Спасибо. Рады. Спасибо тренерскому штабу Сергею Куликову. Потрясающий Константин Андрейцев, очень молодой, 23-летний боец, супер перспективный на этот весовый дивизион плюс 23 килограмма. По сути, этой победой подписывает контракт на 3 боя с лигой WEA. Но перед тем, как бойцы выйдут в октагон, хочется максимум шума, который способен этот зал.